В этом году город ждут как традиционные, так и совершенно новые мероприятия. Например, до 1 мая власти города пообещали запустить все фонтаны. А движение транспорта 1 мая будет закрыто с 9 утра до 11:30 на проезжей части Соборной улицы от улицы Ленина до Соборной площади, а также проезжей части Соборной площади. При поддержке регионального правительства в этом году в городе впервые пройдет марафон флагов городов-героев. 1 мая в 9 часов утра состоится традиционное шествие, посвященное празднику весны и труда. Более 20 тысяч рязанцев пройдут от площади Победы до Соборной. Спустя час там состоится концерт творческих коллективов города. 2 мая в 16 часов улица Почтовая станет стилизованной площадкой с тематическими зонами «Мир», «Труд», «Май». Будут установлены арт-объекты, размещены выставки военной и раритетной техники, находки поисковых экспедиций. На городском празднике рязанцы смогут поучаствовать в акции «Рио Рита», дворовых играх, а также в мастер-классах по изготовлению фронтовых писем, показе мод и потанцевать под духовой оркестр. О другом всероссийском празднике, одном из самых важных для страны, 9 мая, рассказали представители правительства и общественных организаций. В 2018 году празднуется 73-я годовщина Великой Победы. В этот день Рязанская область в шестой раз примет участие во всероссийском шествии «Бессмертный полк». В прошлом году по улицам города прошло 30 тысяч человек. Со своей стороны, Министерство образования оказывает содействие в наборе и обучении волонтеров, в их экипировке. А мы говорим сейчас о тех волонтерах, которые будут сопровождать «Бессмертный полк» и помогать организовывать колонну, а также участвовать в информационном сопровождении этого движения. Условия акции не изменилось. Чтобы принять участие, нужно найти и распечатать фото вашего героя и 9 мая прийти на остановку улицы Вокзальная. По традиции, акция начнется сразу же после военного парада. 9 мая будет проходить также большой праздник в Кремлевском парке, то есть на площади Соборной, дальше в парке перед Кремлем. Значит, также он посвящен победе в Великой Отечественной войне и предусматривает организацию целого ряда интерактивных площадок. В парке Победа рязанцев ждет концертная программа, военно-историческая реконструкция, а любой желающий сможет станцевать вальс Победы с участниками молодежного движения «Губернский бал». Приглашайте своих знакомых, потому что, ну, действительно, День Победы – это главный праздник в нашей стране, праздник, связующий поколения разные, и именно этот праздник, как никакой другой, наверное, мероприятие формирует вот чувство патриотизма и единения. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».